Двойную сплошную пересечешь, если на то пошло. Почему? Ну потому что ты уже туда нос автомобиля передвинула ближе, чем дальше, чем нужно становилось. Дальше тогда проехал. Да стой уже. О, туда дави. А ничего. Наверное. И все главные. Через двойную сплошную, ты смотри. Поняла, почему надо в зеркала смотреть при развороте или повороте?